Для тех, кто смотрит запись, сейчас будет коротенький, небольшой, совсем маленький обзорчик героя Крысавчик. Игры Overwatch, это герой защиты, обороны. Быстро пробежимся по способности. Ультимейт, адская машина, запускает колесо, начиненное взрывчатком, бла-бла-бла. Ты им управляешь, оно достигает цели, взрывается, если его, конечно, не убивает. 50 хитов у колеса, очень хиленькое. Фугасная мина выполняет сразу нескольких функций. Вы кидаете мину, можно отшвыривать и врагов, можно работать как рокет-джамп на себя. Хорошо выбивает танков со щитами, хорошо выбивает турели, хорошо скидывает людей с позиций снайперов, например. Капкан великолепный вообще. Вещь ставится и в атаке, и в защите, и наносит урон, и демобилизует противника. Работает и как сигналочка еще в том числе. То есть если вы хотите прикрыть тылы, то капкан тоже хорошая тема. Играем за оборону, то что нужно. Полный хаос, умирая, красавчик роняет на землю заведенные гранаты. Но это разве что неопытных товарищей ловить. Если у вас кто-то умирает и напарывается на эти бомбы, особенно там какой-нибудь трейсер очень часто дохнет на этой теме. Вот. Ну и конечно же гранатомет. Гранатомет великолепен. Гранатомет, у него там 5 зарядов вроде как. Можно их закидывать, можно работать на ближней дистанции, можно закидывать их под разными углами на разные, по разной дальности, ну, в смысле, на разную дистанцию. Можно спамить в комнаты, тоже очень хорошо добавлять хаоса туда. Я, к сожалению, не успел к раздаче слонов, к обороне, как обычно, слоупок, и поэтому праздник начнется без меня. Закидываем на респом, вижу крысавчика вражеского. Пробую подспамить его. Он ливает. Вот, сейчас был танк, который ушел на мине просто. Танков особенно важно отталкивать, потому что у них как раз вот должна быть четкая позиция. Там они прикрывают, они должны поглощать урон. И если урон они не поглощают, то значит терпят те люди, которые находятся за этими самыми танками. Вот, например, в этом. Зашли в комнату, ребята. Туда сразу же закидывайте массу бомб. И все. И там просто хаос творится, понимаете? Хаос. Ой, тут солдат. Ой, трейсер, точнее. Против трейсера хорошо работает капкан. Вот, правда, я не попал сейчас в нее капканом. Так, давайте хильнемся разок. Здесь нет хила. Ой. Нет. Блин, надо было в другое помещение. Я был уверен, что здесь еще тоже есть аптечка. Бывает, ладно, хорошо. Вот. Он очень хорошо смотрится на картах, где много узких коридоров, то есть и на обороне. То есть противники на вас ломятся, вы откидываетесь, и, ну, в общем, все хорошо. Сейчас, секундочку, я чатик закрою, голосование. Заметил, что много оружия в игре похоже на Unreal. Тут и на квак очень много похоже, в конце концов. Тут и Rocket Launcher, и Grenade Launcher, в конце концов. Я не вижу вообще, где кто. Кажется, сверху происходит вообще движняк главный. А, еще можете кидать одновременно капкан и мину. Если срабатывает мина, то юзать капкан. Вот сейчас, например, надо было юзнуть. Ох! Неожиданно. И сверху, и снизу идут. Да, хороший хук. Прям вот за шкирком. Рокет-джампы. Да мне некуда было там. Ну, хотя можно было запрыгнуть наверх. Ну, рокет-джамп, в общем-то, выглядит следующим образом. Вот так вот можете прыгать, и все будет ок. Надо ультануть еще. Вроде снизу никого. Вон, трейсер я вижу. Ой, там ультует солдат. Я лучше уйду. Он там выцеливается. Два трупа внизу. Скорее всего, там еще кто-то из врагов есть. Ну, там симметра наша, понятное дело. Давайте ультанем, чего. Я по большой дистанции. Ой, там солдат оказался. Он все еще там стоит.
Обойти бы мне. Ну, хотя тут не обойти. Ну, хотя можно обойти, на самом деле. Он все еще здесь, понимаете? Все еще здесь. Сверху вражеский красавчик стреляет. И сверху еще он, вон он. Не очень выгодно работать по одной цели. Груз уже отодвигается назад, мы их поддавливаем. Не достреливаем. Ой, сработало. Ой. Вижу. Там спам хороший идет. Снизу там свин находится. Нормально. Осталось 2 минуты, они не дошли до второй точки еще. Все очень хорошо. Единственное, что хотелось бы, конечно, хпшечек побольше, но это уж как придется. А турелька что, вражеская, что ли? Вроде наша турелька. А я ее так позакидывал нехило. Ой. Попал вроде. Фара. Капкан. Фару. Фара. Вообще фара является чуть ли не самым прямым контргероем к... Ой, зря. Потому что если она находится сверху, то не... Сейчас, подождите, я чат внутриигровой выключу, а то иногда врываются тут пацаны. Так, телепорт поставила Симметра, это очень хорошо, но, правда, не совсем... Не в ту сторону он его поставил. Что выходишь и идешь в обратном направлении. Капец. Турель сняли. Вижу трейсер. Так, сейчас будет ульта. Ай! Я думал, что какая-нибудь из гранат все-таки попадет. Начал по ней стрелять изначально. Вот одна, вторая. Она... секунд. Может, все-таки справимся? Нет, не справились. Они уже здесь. Так, фара наверху. Вот фара очень неприятна. Ну, отступай уже инстинктивно, ну. Вот как в нее попасть? Непонятно. А вот она хорошо снимает. То есть, особенно если она над тобой летает, достаточно сложно просто до нее физически докинуть гранаты. Но можно, конечно. Сейчас, секунду, надо, во-первых, опять ОБС закрыть и ультануть. Ульту редко использую, мог бы уже накопить на следующую. Все, экономлю. Но здесь вот, кстати, очень хорошо фара решает. Вижу турель. Блин, здесь тупик. Я думал, проход есть. Телепорт есть. Ну, давай попробуем. Да, отлично попробовал. Отлично просто получилось, я считаю. Там по солдату снизу стреляем. Фара опять. Не запрыгну. Трейсер. Очень я битый. Блин, да что тут везде потолки понастроили. Кто ж так строит-то? Осталось 1 минута. Да уж. Ёп, РСТ. Снайпер слева и турель справа.
50 секунд. Удержим, не удержим. У нас еще будет несколько возможностей для того, чтобы их сдержать. Но, кажется, впереди достаточно много трупов. Поэтому, кажется, что не успеем. Блин. Давай. Раз. Они уже близко. Ой, там сейчас поубивал. По одному попал, второго убил. Третьего тоже красавчика вроде забрали. На снайпера выхожу. Тут солдат! Убри! Ага, он собрал все мины, но не умер. Бак-бак. А, ну хотя так, немножко за... Дополнительное время идет и... Есть, победа вроде. Победа. Но на этой карте, конечно, ни минки, ни ловушки особо не показали себя. Наверное, надо было держаться... Надо было держаться здание справа, вот, ну, основного, там очень часто где солдат был, или вот этих вот помещений, которые снизу. То есть нужно все-таки держаться там, где тесно, где очень сложно проходить через расставленные мины, через спамящиеся, как их там, господи, гранатометные снаряды. Потолки это еще нормально, вот в корабликах картофельных острова перед кораблями вечно вырастают. Странно. Не понял даже, о чем речь. Изи катка. Ну, катка-то, конечно, изи, но... Но красавчик, по-моему, отыграл плохо. Who next? Я не знаю. Сначала сыграем еще пару раз с красавчиком, а потом выберем по голосованию следующего героя. Кстати, на премиуме сегодня битрейт увеличен с 5,5 мегабит до 8. О-о-о, а вот здесь вот он развернется, по крайней мере, на обороне. По крайней мере, на первой точке. Там реально будет крайне сложно пройти врагам. Очень сложно. У них фактически только один вход. Два помещения рядышком, одно тупиковое, другое сквозное. Именно в этом сквозном помещении я, пожалуй, расположусь. Со своими минами, со своими капканами. И причем мину нужно детонировать будет постоянно на вражеском Райнхарте, который, скорее всего, у них будет. Потому что тут без танка ломиться крайне сложно. Я бы еще посмотрел, каких именно героев они взяли для того, чтобы правильно расставить приоритеты. Ну, в частности, чтобы танка увидеть. Вдруг там у них два танка будет или еще что-то в этом роде. Трейсер никто не догонит. Успеем прибежать, успеем посмотреть. Мне хочется увидеть их лица, понимаете? Они пойдут с какого-то... Пользователь Косматы активировал премиум на ваш канал. Косматы активировал прем. Так, я вижу, что здесь Ханзо, вижу трейсер, вижу солдата. Давайте сейчас. Беги, беги, не маши рукой. Такой он долгий со своими эмоциями. Ах, ну хорошо, там сразу поубивал, подэмэджил. Блин, красавчик. Тут бастион ждет, разложенный, правильная позиция, все абсолютно верно делает. Единственный минус вот таких вот аркад, когда ты встречаешь... Я вообще не планировал встречать, но увидел Райнхарта и подумал, а почему бы и нет, в конце концов? Почему бы и не похулиганить немножко? Вот, они уже здесь. А мне нужно к проходу бы. Сюда куда-нибудь. А, нет, сдержали, да? Зря мы лезем, конечно, зря. Ой, зря. Трейсер вражеская. О, солдат попал в капкан.
полный хаос. За тем, что происходит, следить крайне сложно. Ну, по крайней мере, я вообще не вижу, что происходит, а просто стреляю, куда, где вижу противника. Сейчас надо ультануть будет. Ну, чтобы не это самое, не заржавело, понимаете? Как-то так. И подспамливаем, подспамливаем. О, ёпперс, это... Бомба короче, меня трейсер ультанул, и в мою же комнату ультанул Ханзо, такая дичь. Молодцы, трейсер шустрая, я даже не заметил, как она приблизилась. Но в этом и смысл. Они, судя по всему, сейчас захватят точку. Хотя у нас... да, у нас танк здесь. Да, у нас там два человека, и то не факт, что они живы. Какую защиту? Уже все, уже. Там трупы уже лежат. Там Ханзо уже идет. Все? Потрачено? Мне показалось, или здесь уже враг был? Казалось, наверное. Так, давайте я здесь... Раз, буду, наверное, держать левый вот этот вот проход. А тут уже заря заходит. А где все пацаны? Ульта готова. Давай ультану, раз готова. Ёшки-матрёшки. Вот это я ультанул. И меня еще заря сзади поджарила. Разложился вроде бастион. И они там справиться должны. С зарей. Но заря не главная проблема. Так, вот опять. Фархима забрали. Ну там близкая дистанция, он особо... Оп, парам-парам-пам. Ульта пошла. Оп-па-па-пам, там ультимейт солдата. О, сработала, хорошо, ловушка. Я тут же прожал и минку. Хочу хилку взять. Взял хилку, довольный. Фара перелетает со второй попытки. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, и сюда же сразу закидываем мины-капканы. А там никого нет. Подсветки нет, никакой разведки нет, понимаете? Огонь по готовности, там заря закидывает ульту. Непонятно в кого, слева. Там трейсер, насколько я видел. Солдат еще. Ультует наш... Ах ты, Фархим. Убили его. Ждем хилку, хпшечки нет. Да, там объект занимала, но занимала трейсер, поэтому там с ней быстро, ей быстро объяснили who is who. Райнхард на рейндж закидывает. Обновлю лучше с фланга, мне кажется, что полезнее там собирать. Ой. Оп, трейсерс в ловушке. И ха-ха, хорошо, видите, как работает хорошо. Просто срабатывает ловушка, и все. И у трейсер там секунду-полторы стоит. А самое главное для нее это мобильность. Ловушка-то, в принципе, снимает-то немного, там 50 снимает. Но у трейсер 150 хп, это треть ее жизни, в общем-то. Поэтому... Так, вообще лучше, наверное, вот так вот сделать. Раз и два. Там Ханзо, ой, так, ультует. Ханзо ультует. Трейсер здесь, наша, правда, трейсер. Нас бьют. Я не знаю, откуда фара вроде как прилетела. А, не докинул я капкан. Помним про ультимейт. 4 минуты еще держаться. На самом деле сложно будет продержаться такое количество времени. И спамим, спамим, спамим. Просто спамим. О, кто-то подзорвался, понимаете? Вот ты не знаешь никогда, как... Докуда долетит, доберется граната.
А учитывая то, что они бесплатные, как бы юзай не хочу. Сейчас солдат скорее... Оп, оп. Сейчас солдат попадется на этот... А, его убили уже. Даже не добежал до того места, где... Так, тут... Тут Ханзо. Так, трейсер бежит наша, вроде бы. Оп, не наша. О, убил. Опять капкан и связочка. Фаром. Плохо. Плохо, плохо, плохо. Хилка нужна опять. Фара облетает. Вижу. Смотри, какая штука. Знаешь, что это? Опасно, опасно. Фара лезет. Убил мне капканы. Есть ультимейт, но я не знаю, как юзать его. Надо, наверное, просто юзать. Попробуем. Где все, ё-моё? Дошел. Там два Райнхарта будет, жесть. Они серьезно взялись заходить с главного входа. Очень серьезно взялись. Вижу, уже идут. Закидываю. А Райнхарту, кстати, можно вообще за спину закидывать. То есть, если он сейчас зайдет, и мы в этот потолок, то от него отталкивается и профит. Так, фара стреляет. Наша, наверное, фара все-таки это была. Снайпера нашего сняли. Так, слева заходит. Поднимаю его. Снарабатывает ловушкой. И просто такой спам. Чувствуете? Герой-то какой классный. На защите. Просто великолепен он. Так, справа, кажется, кто-то. Ой. Кажется, у нас трейсер здесь. Или мне показалось. А, сработало, да? Нет, не сработало. Закидываем опять. Перезаряжаемся. Подспамливаем. Полторы минуты осталось продержаться. Вижу, справа кого-то там задел немножко. Товарищ стремился. Так, ультует. Солдат. Его убивают. Опять хп мало, опять лечусь. Опять обновил, поставил. Опять возвращаюсь на точку. Оп, сработало, еще. Классно, да? Просто вот если есть проход, который нужно держать, он просто незаменим. О, еще одного убили. Просто за счет рикошетов. Снайпер работает на дальней дистанции где-то вон там вот. Так, фара, 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 фара. То есть я слышу, но не вижу, где она. Убили, молодцы. Снайпер продолжает стрелять. 40 секунд осталось. Я бы сначала подхилялся, потому что осталось не так много хитов. Ульта почти откатилась. 30. Можно вообще на аркаду вот так вот. Есть, еще. 15 убийств в серии. Врываются пацаны. Я беру еще одну хилку. Возвращаюсь на точку. Готовлюсь. Так, давай-ка за угол. И ультанем спокойно. Сначала надо юзнуть его. И потом уже разобраться с остальными. Ангел. Ну? Дополнительное время. Откуда фара здесь? Убил. Ангел. Убили. Браво! У меня там серия, наверное, из 15, 16, 17 убийств. Хорошо. ГГшечка, хорошо сыграли. Защищались долго, но Фархим топовый. Так. А, это вот ульта сейчас пойдет направо, насколько я понимаю. А, нет, какая ульта? У нее 20%. Просто пострелял, да. Хорошо. 18 серий убийств. 18. Все плюсуют бобра. Эпик. Давай, давай, накидывай. 7, больше. 8, 9. Ну, ну бас, а. Я сражался как лев. 8. Да, уже все, уже не будет. До десятки не дотянем. 21 убийство, 3 смерти. Вот, поэтому, если у вас есть карта,
которая подразумевает защиту, которая подразумевает там коридоры, комнаты, проходы, и противники на вас постоянно ломятся, то красавчик хорош. Очень хорош. Он себя очень некомфортно чувствует на открытой местности. Его там и снайпер хорошо снимает, и фары его отлично бомбит сверху. Приготовьтесь к обороне. Опять сейчас будет оборона, это очень хорошо. Но вот что касается всяких трейсеров, всяких танков, он их очень здорово сдерживает. То есть для того, чтобы, например, танку добраться... Танки же они обычно с ограниченным рейнджем работают. То есть у них кто-то милишный вообще, у кого-то дальность невысокая. Ну, там у двух дальность получается невысокая. Им нужно просто идти на него, сокращать дистанцию. А как ты пойдешь, если в тебе в лицо накидывают ракеты, кидают капканы, еще могут кинуть ловушку, которая тебя в непонятном направлении отбросит. Поэтому ломиться на него смысла особого нет. Та же самая карта, оборона. В общем, повторим. Мне нравится герой, он очень хороший в плане... Ну, то есть он свою роль выполняет... Выполняет очень хорошо. Ну и... Понятно, как, в каком стиле за него играть. Жизни у него мало, как вы видите, 200 всего лишь. То есть он действительно слабенький. Ваншотается, если что. 30 секунд, да. Я бы сходил, конечно, к ним, но нет. Но не пойду. Так, они решили оборону занять здесь. Турелька чуть подальше. То есть нужно мне будет... Ну что, я держусь за щитом и все, какие проблемы. Я и так закидываю. Причем капкан кидается, видите, недалеко совсем. 5, 4, 3, 2, 1. Начинается атака. Защищайте объект А. Так, справа пошли, я вижу. Райнхартом. Куда снайпер вылез? Вообще офигел. Обознался. Держимся очень хорошо. Такую оборону вообще нужно снимать каким-нибудь... О, сейчас. Оп! Нет, что-то взрыв не очень хороший. Куда я полез? Куда я полез? Куда я полез? Ангел спасает. Ловушка сработала. Оп, минка. Отбросила. Да, и Ханза слева. Зря я упал, зря. Вот это ошибка. Я сразу и саппорта на себя вынужден был от... Да, это моя ошибка. Очень грубая ошибка. Не зря полез просто. И, кажись, мы не выстоим. Там опять два человека осталось. А, и они уже умерли. Я сам себе жизнь осложнил. И всей своей команде. Очень сильно ошибся. Нельзя так делать. Ну, я накидал там, конечно, под ульту. Слева обходят. Так, справа солдат, слева фара. Блин, нельзя так делать было. Оп, хорошо, видите, взорвали танка. Просто под ноги и все. Ох, ульта пошла от солдата. Оп, минус. Надо ультимейт заюзать. Сейчас, секундочку, я опять ОБС сверну. Почему-то он развернулся. Из-за этого игра неплавно идет. А когда вы ставите под щитовика... Ох, у них там еще один танк пришел. Уинстон. И они обходят, судя по всему, слева. Так, давай-ка ультанем. Мне кажется, они слева. И надо их встречать здесь. Ошибся. Вообще ни по кому не попал. Ну, ёпрст, они еще тут пинчат нас. Чардж. Ульта. Очень слаженные действия у них. Очень. Но не повезло.
Я так налажал с ультой, так налажал, блин, просто... Там три человека стоит, все саппорты, я думаю, ну сейчас взорву. Хрена с два. Так, давайте выберем более агрессивную позицию. Смотри, какая штука. Знаешь, что это? Давай, Винсент. Заходим, заходим. Ну вот что-то они, да, что-то они очень нагло пошли. Ну все, вроде. Резурек, опасно. Блин. Блин, ну я должен был сейчас попытаться ульту взять, но кажется не успеем. Быстрее, 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 ребята, хоть кто-нибудь! Все. Ошибка была в том, что я пошел, несмотря на наличие двух рашащих танков в проход. То есть они прорываются через этот проход, а я не успеваю за ними. И все. Надо было просто стоять вместе со всеми и накидывать, 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 накидывать. Вот этот момент я пропустил просто, понимаете? Просто я его пропустил. Потом еще ультимейт сверху от Ханзо прилетел. Увы. Увы. А по стене можно ультой катиться? Это как? По стене ультой? Баламут совсем что-то расслабился. Продолжаем. Сейчас посмотрим, какая карта будет, собственно. Какая роль будет. Надеюсь, опять же, что оборона. А, ульта катится по стенам, как Ханзо. Это круто. Да рада, если это оборона, то это вообще халява. То есть это такая приятная игра за атака. Ну ладно. Ладно. Пользователь Крилофов активировал премиум на ваш канал. Спасибо пользователям за активацию. Сыграй за Жнеца. Жнец был вчера. Запись на Ютубе есть. Сегодня играем по... Ну, также по полчасика каждым героем. Это, судя по всему, последняя игра за Крысавчиком. И... Ну и перейдем к следующему по голосованию. Четвертая игра пошла за одного героя. Ой, все. А мне казалось, что все-таки мы два раза на той. Ладно, ну давайте последний раз за красавчика сыграю. Хороший герой. Просто хороший. Так, необходимо, во-первых, посмотреть, а кто у нас из танк, зуби, зако. Хорошая связка, жалко турельки нет, на самом деле. Тут хотелось бы чего-нибудь стационарного на машину поставить и поехать. Группируемся здесь. Не люблю я выходить всеми в одном месте. Пойду колоться со жнецом с тылом. Работаем. Пару раз стреляли. Я хилку хочу. Турельку вижу еще. Добро. Ай, не добро. А как так? Эмпти убил. А, понял. Там Ханзо слева. Ой, снизу постреливал. Да, его сложно заметить, учитывая то, что стрелы летят без какого-то серьезного визуального эффекта. Пошла ульта от красавчика от вражеского. Там еще спектра, ну, в смысле, ой, симметра находится. Хочу также обойти, потому что, очевидно, там у них позиция хорошая. О, красавчик вражеский получил из гранатомета выстрел. Все чисто. Выдвигаемся. Вроде поехали вперед. Слышу, турелька делается.
Это плохо. А вот это плохо. Я свалился. О, вот это хорошо. Давай культанем. Не, нельзя по этому. Добро, танка сняли. Еще какую-то цель устранили. 69 хитов. Беру хилочку маленькую. И сразу наверх давай. Ну, почти сэкономил время, на самом деле. Почти что. О! Вижу красавчика вражеского. Он... Да и снайпер там. Кстати... О-хо-хо-хо! Так, а я могу, кстати, вот здесь пересигануть? Любопытно. Могу, ведь. Только надо со следующей попытки. Там быстро откатывается. Раз... Два, три. И в дом. Тут ловушки. Ой, как не вовремя-то, а. Да, там симметра стоит. На спецспособность накопили. Надо было еще дальше заходить за спины. Потому что... Потому что там, оказывается, были саппорты. А, нет! Надо чуть дальше бомбы. Тут прошел ее, и после этого юзаешь. Тогда будет направление верное. А вот с фарой что делать, я не знаю. Сработала ловушка. На удивление. Ого, как закинул! Зря полез. Но меня тут явно не ожидают увидеть. Поэтому я тут поубивал немного. Но не так, как хотелось. Вот многие не ожидают, потому что обычно идут... Через вот этот вот проход все, оказывается, кроме фары еще этот красавчик может заходить. Сейчас у нас минута, правда, осталась. Надо зайти. Зайти, ультануть. Давай, чарчься. Я хоть покажу, как контрить эту тему. Давай, 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 давай. Ой, тут фара. Ну, взрывай. Нормально. 40 секунд осталось. Не, я стыла, пацаны. Полминуты есть на реализацию. Осталось 30. Да, плохо, конечно. Да твою ж налево, ну как так-то, ну! Давай, 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 Миша! Еще ж убивать надо. Там туретка, капец, там туретка. Закинули, убили. Двоих причем. Есть, чекпоинт пройден. Хочу наверх. Тут часто находятся рейнджевики. Ханзо, я слышал, стрелял. Вон он. Фара. Блин. Не заметил я ее. Так, поехали. Поехали. Собрались. 2:28 времени осталось. Сможем перескочить? Вроде как сможем. Ну, почти, да. Ультанем. Они там. Надо поближе добраться. Ой, да как так-то? Нифига себе, фара достала! Откуда? Она вот всегда поражает способностью оказываться за спинами. Это ее отличное состояние. Она пробивает щиты, мочит саппортов, учитывая урон, который вылетает от фары. Это настоящая находка.
Да, да, так только ты не заберешься. Ханзо ультует, я не знаю, с какой стороны прилетит. Фара опять сзади. Ну лезь, лезь. О, капкан, хорошо. Так, ульта, и Ханзо еще стреляет по мне. Блин. Знаете, танку очень сложно прорваться к вам. Одна минута осталась. Убил еще одного. На шару, на самом деле, на шару. Ой, турелька там. Пробую закинуть. Там ультует. Есть, убили. Есть, еще убил. Там Ханзо, правда, убил меня. Хорошо стреляют они, блин, молодцы. Хорошо очень стреляют. Я из-за этого всего шума своего, который создаю, не вижу цели. То есть передо мной просто какая-то какофония из цветов, всяких эффектов. 22 секунды. Там чекпоинт, вот-вот-вот он уже вот-вот. Снайпер. Да, конечно. Опять турель. Да ёшки-матрёшки, как же он там... Не сможем. Не сможем, турель слишком хороша. А нет, здесь дополнительное время, мы тут. Ультует Ханзо, воскрешение шикарное сразу после ульты. Убили турель. Тут ловушки. Еее, еще 2 минуты. Работаем, пацаны, работаем. Надо главное внутрь зайти, чтобы фара не бомбила, а то она бесит на открытой территории. Фух, хорошо продержались. Вот сейчас внутри будет вообще хорошо красавчиком. Там этой фары... Этой фары поменьше будет. Ханзо, что ли? Откуда только? Так, захожу. Так, фара там все равно стреляет. Как ни крути. Ну, я буду тоже обходить. Так, аптечка, главная аптечка. Готово. Ну, фара, ну... Добро. Турельку вижу. Попробую обойти. Марш к грузу. Нужно его доставить. Добро. Блин, здесь зря перестреливаюсь. Ну, подспамливаю. Давай-ка ультану лучше. Бывает. 12 секунд, 10. Что происходит? Блин, я на время не смотрел. Танки далеко. Нет. Но кто-нибудь, держитесь там, я лечу. Доп, время идет медленно, значит, там наши есть. 2 трупа вижу. Фара. Нет, все, уже никого нет рядом. Это капец. Я жижок, я там убивал людей. Ну, одного, второго, блин, третьего. Сначала этого гнома, потом фару, потом справа турель снял. Но я старался. Лучший игрок матч. Смотрим. Вот этот момент я... Раз. Это не я. Это наша. 2. 3. Хорошо. Хорошо. Ну что ж, на этом короткий обзор красавчика завершен. Переходим к следующему герою. Голосуйте в чатике. На тебе с руки! На, обезьяна! Убил ее! Убил обезьяну с руки!
Ё-моё!